Друзья, всем привет! Ну что, готовы к видео, которое сделает вас богатым на всю жизнь? Обязательно досмотрите его до конца. Во-первых, я вам сегодня расскажу, куда конкретно вложить 1000 долларов. Вот прям конкретно, 274 доллара сюда, 209 долларов туда. Прям конкретно распишу, куда вложить 1000 долларов, потому что это самый распространенный вопрос, куда вложить именно на сейчас, именно вот сегодня. Куда вложить сегодня 1000 долларов. Ну и, конечно же, расскажу об основном принципе капитала, с помощью которого вы всегда будете богатеть. Всегда, начиная с этого дня, вы всегда будете богатеть, и у вас больше никогда не будет проблем с деньгами. Я об этом всем рассказываю на финансовом канале Instarting Invest. Третья ссылка в описании, кому интересно, подписывайтесь. Но почему-то эти видео мало кто смотрит, и люди опять задают одни и те же вопросы, поэтому я вам еще раз все расскажу на основном канале. Погнали! Итак, моя универсальная стратегия – 5 золотых активов. Многие ребята смотрят мой канал, но почему-то до сих пор многие не начали создавать свой капитал. 5 золотых активов – недвижимость, валюта, металлы, акции, криптовалюта. Недвижимость можно убрать, это для тех, у кого много денег. 4 основных актива – валюта, металлы, акции и криптовалюта. Все, ребята, это все, что вам нужно знать для того, чтобы начать инвестировать. Все, больше вам ничего не нужно знать, чтобы начать. Вот, вы сюда должны вкладывать свои деньги. Вот вам пример человека из закрытого канала, я часто привожу этот пример, который начал создавать свой капитал. И он все максимально упростил, чтобы вообще не париться, чтобы вообще в этом не разбираться. Он занимается своим любимым делом, он, по-моему, фотограф. Каждый месяц он распределяет 1000 долларов и инвестирует. Каждый месяц. И делит строго на 4 части. Ну, грубо говоря, на 4 части. Вот, он берет там на 200 долларов биткоин, 2 акции Apple, потом берет 2 ETF на золото и остальное в доллары. Все. И делает это каждый месяц. Он вообще не парится. Он занимается своим любимым делом. Он вообще не парится. Он выбрал для себя по одному активу. По одному активу вот в каждой колонке. Здесь у него доллары, здесь у него золото. Это тикер. GLD. Так вы можете купить золото на бирже. Apple. Одну компанию взял. У него нет портфеля вот с огромным там количеством акций. Он одну компанию взял. Все, он верит в Apple. Он любит технику Apple, этот человек. Он верит в эту компанию, все. Он вкладывает сюда деньги. И все, и одну крипту. Самую надежную, самую популярную крипту взял для себя, это биткоин. Все. Каждый месяц он берет 1000 долларов и начинает создавать капитал. И распределяет эти деньги. Все, ребята. Это все, что вам нужно на первых порах. А вообще так можно делать всю жизнь, и этого будет достаточно. И у вас всегда будут деньги. И вы будете очень богатым человеком, очень богатым человеком. Я, видите, расставил их по надежности. Да, вот самый надежный и самый ненадежный, так сказать, актив. Вот, недвижимость, потом валюта, металлы, акции и криптовалют. Потом, на следующем этапе, конечно же, можно все распределять по рискам. Вот, самый высокорисковый актив, криптовалюта, вы сюда направляете меньше всего денег, да, потому что он очень волатильный. Вот, сегодня у вас плюс 5000 долларов, завтра минус у вас. И поэтому больше всего денег там направляем, например, в недвижимость или в металлы. Вот, более безопасные активы. Можно так распределять. Но чтобы вообще там не париться, можно, грубо говоря, делить все на 4 части. Просто если вы будете это делать всю жизнь, все у вас будет хорошо. Опять же, этим всем нужно заниматься всю жизнь. Нужно этим жить. Просто этим жить и все. Многие говорят мне, ну, я ничего не знаю там о крипте, я ничего не знаю об акциях. Да ничего не нужно знать, ребята. Здесь не нужны знания. Здесь нужно действовать, просто действовать. Здесь зарабатывают не те, которые много знают, а те, которые действуют, и те, у которых есть терпение. И все. И рынок их щедро вознаграждает. И все, ребята. Здесь не нужны знания. Есть человек, который, например, все знает о крипте, и он покупает биткоин. И есть человек, который вообще ничего не знает о крипте. Вообще, он просто взял и купил. Но он в этом не разбирается, он просто взял и купил. И биткоин идет вверх. И зарабатывают все. Тот, кто ничего не знает, и тот, кто знает все. Понимаете? Здесь не важны знания. Я имею в виду технические знания. Чтобы решить какую-то сложную задачу по математике или какое-то уравнение, да, вам нужны знания. Вы без этого не сможете решить. Но чтобы проинвестировать, например, в акции или в крипту, знания вообще не нужны. Вы просто инвестируете и все. Вот как делает этот человек.
тратит минимум времени, занимается своим любимым делом, и он всегда при бабках, у него есть капитал. Он нормально зарабатывает и может себе позволить каждый месяц выделять $1000 и создавать свой капитал. И вы можете делать так же. Прямо сейчас начинайте. Это уникальная методика. Просто она уникальная. Она заточена не только на безопасность, но и на заработок. Видите, у меня здесь нет облигаций. Потому что облигация — это в основном, да, сохранение денег. На облигациях вы много не заработаете. Моя система заточена и на заработок, и на безопасность. Широкая диверсификация, да, сколько видов активов. И заработок, да, здесь есть крипта и акции, которые дают большой рост. И также здесь есть самые безопасные активы. Потому что я уже говорил, какой смысл, да, себя максимально обезопасить, но не заработать. Мы инвестируем для того, чтобы зарабатывать, чтобы приумножать свой капитал, а не для того, чтобы просто его сохранить. То есть здесь и безопасность, и максимально крутой заработок. И я вам говорил, что не понимаю, почему никто так не делает. Почему никто так не делает? Я понимаю, почему так никто не делает. Потому что это долго, как говорил Уоррен Баффет. Так Уоррену Баффету сказали, да, почему никто так не делает, если твоя стратегия такая простая, такая универсальная. И он сказал, никто не хочет богатеть медленно. Никто не хочет богатеть медленно. Если вы будете вот так вот делать, если вы начнете, вы не увидите результат за месяц, за два, за три, может быть, даже и за год. Не увидите, да, смотря какой рынок. И люди говорят, да ну нафиг. Но зато через 5 лет вы будете мега богатым человеком. Если вы начнете сейчас. Никто не хочет богатеть медленно. Да, это медленно. Потихонечку распределять, усреднять. Это медленно, да. Но у вас никогда не будет проблем с деньгами. Никогда больше в жизни не будет проблем. Вы всегда будете богатеть. Каждый раз вы же добавляете часть к своему капиталу. Потом сложные проценты, и капитал растет. И там через 30 лет вы уже миллионер. Но если вы не начнете, у вас не будет этого миллиона. И реально так никто не делает. Я смотрю других блогеров, кто-то инвестирует только в акции, кто-то инвестирует только в криптовалюту, кто-то там по недвижке какие-то снимает видео. Почему бы не инвестировать во все классы активов? Почему так не сделать? А люди, да, люди хотят скорость. Конечно же, да, это медленно, это фигня. Люди в крипту, полетели все в крипту, крипта растет, хотят иксы. Но там, где иксы, там и жесткое падение. Да, люди хотят быстро, люди хотят вложить $1000 и сделать трешку через пару недель. Вот это круто, а вот это полная фигня. Но зато так вы всегда будете с деньгами, всегда вы так будете с деньгами. Просто начните вот как этот человек. Через 5 лет у него будут такие результаты. А вы будете до сих пор топтаться на месте, потому что вы хотите быстрых денег, да? Вот, пойду в крипту. Сегодня заработали, завтра потеряли. Крипта криптой, но безопасность у вас тоже должна быть. И опять же, избавьтесь от этих дурацких стереотипов, что в этом нужно разбираться. Не нужно в этом разбираться, нужно это делать. Вот, например, телефон. Я не разбираюсь, как работает связь. Я не знаю, как она работает. Как там эти сигналы, куда они идут, каким вышкам. Каким образом происходит так, что я вот говорю, мой голос как-то там трансформируется, и его слышно там на другом конце мира. Вот я могу сейчас взять, плюс картинку. Человек может видеть мою картинку, я могу сейчас взять и позвонить там в Америку. Я знаю, как это работает? Нет, но я могу этим пользоваться. Я могу пользоваться телефоном. Так же и вы можете инвестировать. Вам не нужно знать, как работает там биткоин, как работает блокчейн для того, чтобы начать инвестировать. Не нужно. Да, потом со временем вы можете разбираться. На всем жизненном пути, да, вы можете в этом разбираться просто ради интереса. Я вам уже говорил, начинайте играть в игру своей жизни. Это игра, вот, это стратегия. Да, это RPG-шка, это игра вашей жизни. Вы играете в игру своей жизни. Вы распределяете деньги. Вы там строите недвижимость. Ну, как в игре, да? Это ваша жизнь. Когда вы играете в игру, вы тратите время на кого? На разработчика игры. Вы ему уделяете время. А его задача, чтобы отвлечь вас, да? Чтобы удержать внимание на игре. Ну и на этом зарабатывать деньги. Вы тратите время на него, потратьте время на себя. Это игра вашей жизни. В этом интересно разбираться. Вы играете в игру своей жизни, которая несет пользу. Заведите себе красивую табличку, распишите там все под себя. Я так сделал.
Ребята вот из закрытого канала тоже так сделали. Я дал им свою табличку, они там все порасписывали. Это интересно. Потом ты заходишь в телефон. О, капитал растет. О, акции выросли. О, золото подросло. О, биток подрос. Круто. Понимаете? Это интересно. Это офигенно. И еще раз, это самая универсальная стратегия. Потому что, когда, например, проседает крипта, акции растут. Когда проседают акции, биток растет. Ты смотришь, а твой капитал растет. Сегодня у тебя там 200 тысяч долларов, через неделю у тебя уже 250. Проседают акции и крипта, у тебя золото есть. Оно сохраняет твой баланс. Вот и все. Ну разве это не круто, скажите? Создавать капитал, играть в игру своей жизни. Это офигенно, это интересно. И вы тратите время на себя. Вы приобретаете уверенность. Все, у вас есть бабки. У вас есть деньги. Кто-то там берет кредиты, кто-то жалуется. А у вас есть деньги. У вас там есть деньги, там есть деньги. Вот у меня там недвижимость есть. Я теперь более свободный, да? Меня уже, не знаю, не могут выгнать, там, как раньше, со съемной квартиры. У меня уже куча квартир. Теперь я тут командую. Понимаете? Вы не паритесь по поводу того, уволят ли вас там с работы. У вас есть деньги, которые работают на вас. У вас вот есть наемные сотрудники. Денежки – это ваши наемные сотрудники. Они на вас работают. Вы теперь главный. Никто не может вами командовать. Уволить, зарплату не заплатить. Никто. Вы сам себе хозяин. Вот это круто. Могу себе позволить улететь зимой на море. Один раз, два раза, три раза. Могу себе позволить кушать в дорогих ресторанах, потому что деньги работают на вас. А могу себе позволить купить шаурму. Могу так и так, потому что у меня есть выбор. А раньше не мог. Не мог даже шаурму себе купить, потому что дорого. А сейчас все, что хочу, то и делаю. Вот для чего вам это. Вот почему. Вот вам мотивация от меня. Почему вам сейчас нахрен надо этим заниматься? Сейчас. И вот у вас есть... Соточка, первая соточка. Вот вы взяли эту сотку. Сейчас пошли и взяли. И в какую-то колонку. В любую колонку. Вот, купили серебро. Серебро стоит сколько там? 22 доллара сейчас стоит серебро. Купили серебро. Остальные деньги в крипту. Отлично, все. Это ваша сотка. И вы никогда не будете опускаться за эту сотку. Все, вы начинаете с этой сотки. Ваш капитал будет только расти. Только расти. Вы никогда эту сотку не потратите. Все, ваше состояние с этого дня 100 долларов. Уже 100 долларов. Смотря сколько у кого есть. Есть 1 доллар. Доставайте свой 1 доллар. И откладывайте его вот в валюту. Пока что в валюту. В следующем месяце у вас появляется вот такая вот купюра. 50 долларов. Да, вот нету сотки. 50. Все. Ваше состояние никогда не опустится за 150 долларов. Никогда больше в жизни. Никогда. Представляете, никогда. Оно будет только расти. Вот, взяли эти 50 долларов и купили там какую-то акцию. Все. И вот так вот каждый раз вы делаете. Каждый раз вот в колоночку, в колоночку, в колоночку, в колоночку. Табличку себе красивую завели. Смотрите, радуйтесь, создаете свой капитал. Играете в игру своей жизни. И потом, через там 10 лет, да, у вас золото, вот. У вас золотишко уже есть, у вас уже котлетос есть, вот. У вас уже вот такая вот котлетка. И это ваш капитал, он с вами, он с вами. Вам никто не указывает, вы при деньгах. Понимаете, насколько это круто? Начинайте создавать капитал сейчас, повторяю. И так каждый раз, когда у вас появляются свободные деньги, в капитал, в капитал, в капитал. И вы никогда вот основу не должны тратить, никогда. Вы будете тратить проценты. Вы будете тратить проценты. Объясню, как это работает. Вот, например, вы начали покупать биткоин. Вот купили там один биткоин. Когда я говорил, да, в 2019 году. Вот вы, например, купили вместе со мной биткоин по 9 тысяч долларов. Когда я покупал, или золото, неважно. Давайте возьмем биткоин. Вот вы купили биткоин за 9 тысяч долларов. И сейчас он сколько там? 40 тысяч долларов. Сейчас биткоин уже 40, и вы можете взять с этих денег 5000 долларов и улететь на Мальдивы. И насладиться этим. Вот, деньги работали на вас, принесли вам деньги, и вот теперь вы отдыхаете. Деньгами нужно пользоваться, потому что нахрена нам зарабатывать эти деньги, если вы не будете этими деньгами пользоваться. Основа у вас осталась.
35 тысяч долларов у вас осталось, вы взяли 5 тысяч, улетели на Мальдивы. Потом прилетели, начинаете работать и докидывать опять в свой капитал деньги. Только свободные деньги появились, там 2 тысячи долларов, докинули. Появились там еще 3 тысячи долларов, докинули, еще там 1000, докинули. Но капитал-то пока растет, у вас уже он большой, он начинает расти. Да, и вот уже там к концу года у вас 70 тысяч долларов, понимаете? И вы такие, ну, куплю себе там машину. Взяли 15 тысяч долларов, купили тачку, а основа сохраняется. Основа сохраняется. Вы докидываете, живете, наслаждаетесь этими процентами, потому что еще раз, наслаждаться надо. А капитал растет. Так делаю я. Я так начал в свое время. Я начал в свое время вот так вот инвестировать. Начал я тоже вот с этой купюры. С одной соточки, когда ничего вообще не было, начал с сотки. И опять же, многие говорят, ты много зарабатываешь. Неважно, сколько ты зарабатываешь. Есть люди, которые дохрена зарабатывают, они все спускают. Я знаю ребят, которые зарабатывают там по 300 тысяч долларов в месяц. И у них такие расходы, а у них расходы на 350. И все, и денег нет. У них там дома, они живут просто роскошной жизнью. Куча денег уходит, а капитала нет. А капитала нет. Потеряет человек возможность заработка, все. А у него дома, машины, платить людям нужно за обслуживание. А денег у него нет, все. Я говорю ему, ты столько зарабатываешь, 300 косарей. У тебя есть хотя бы полляма? Полляма, вот так вот сейчас мне на стол выложишь полляма? Нет. Гол как сокол, вообще ни хрена нет, хотя зарабатывать до хрена. И вот он сейчас в шатком положении, потому что ему нужно все делать для того, чтобы сохранить, да, вот этот заработок, сохранить. Ему нужно не растерять вот этот вот запас, потому что если он будет зарабатывать меньше 300 тысяч долларов, там, например, по 200 уже, все, он не сможет дальше, он будет заходить в минус, 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 потому что насоздавал себе кучу пассивов, которые высасывают у него деньги. А я, да, столько не зарабатываю, я в разы меньше его зарабатываю, но я могу сейчас свободно вот так вот взять и полляма положить на стол. Вот вам финансовая грамотность.